Ксюше Коненковой 2 года. После тяжелых родов ей поставили диагноз – детский церебральный паралич. Истории, подобные Ксюшиной, мы рассказывали уже не раз. Но вновь и вновь они заставляют сердце сжиматься от боли. Всего один миг может изменить жизнь целой семьи. Ксюшу мы очень сильно ждали всей семьей. Это ребенок у нас первый, ребенок долгожданный. Когда Ксюша родилась, то, в принципе, конечно, могу сказать, что жизнь-то у нас на этом и рухнула. Причем не только у нас, как у родителей, но вообще у всей нашей семьи. Для всех это был очень большой шок. И вот сейчас мы только, наверное, потихоньку из этого состояния пытаемся выбираться. Потому что, ну, как-то надо, во-первых, дальше жить. Во-вторых, не может ребенок все время видеть только депрессивную маму рядом с собой в слезах. Плюс, конечно, мы надеемся все равно на лучшее. Мы прилагаем много сил для того, чтобы ситуацию как-то изменить. То есть, а дальше все, ну, наверное, в руках Божьих. У Ксюши тяжелая форма болезни и серьезное поражение головного мозга. В свои 2 года она не умеет самостоятельно переворачиваться, сидеть и ползать. Когда все это произошло, мы совершенно не были готовы к такой ситуации. У нас в семье ни у кого нет таких проблем. Вообще ДЦП от меня было где-то очень далеко, то есть я знала, что такое ДЦП, но я не вдавалась в подробности. Я не знала, что бывают разные там степени выраженности, бывают разные формы ДЦП. Да? Вот у нас самая серьезная форма называется спастический тетрапарез. То есть у ребенка очень серьезная спастика, мышцы все в тонусе постоянно. Из-за этого она все время как будто в напряжении находится. Родители делают все возможное, чтобы научить дочку самым простым вещам. По расписанию у Ксюши ежедневные занятия лечебной физкультурой, массаж, прием различных медикаментов. Специалисты не берутся делать прогнозы. Неизвестно, как поведет себя болезнь, да и детская способность к восстановлению может сыграть немалую роль. Какой положительный момент из всего этого? Это то, что ребенок еще маленький. То есть, поскольку возраст только почти 2 годика дочки, еще есть шансы на ее восстановление. Ну, скажем, это не 10, не 15 лет, когда уже, в принципе, все сформировано, да, у ребеночка. До 3-5 лет можно и нужно обязательно работать и делать все необходимые какие-то телодвижения для того, чтобы дочку восстановить. Помимо постоянных затрат на лечение, у семьи Коненковых появилась еще одна проблема. Дочь растет, ей необходима специализированная коляска. В обычной девочке настолько некомфортно, что прогулки чаще всего проходят на руках у мамы. Такая коляска необходима с той целью, чтобы не дальше не развивался сколиоз, например, который у нас сейчас есть. Потому что раз мышцы находятся все время в тонусе, то, естественно, в какую-то сторону ребенка перекашивает. Вот ее, допустим, перекашивает в левую сторону. А эта коляска позволяет придать прямое положение тела ребенку, то есть, что очень удобно. Потом коляска, она, так скажем, на вырост. То есть вот эта коляска, она нам пригодится с года до 6 лет, как минимум. К сожалению, в России не производят подобное оборудование. Заказать коляску можно в Германии, однако стоимость для семьи неподъемная – 175 тысяч рублей. Если вы хотите помочь Ксюше или узнать более подробную информацию о ней, вы можете позвонить по единому справочному телефону 8 800 119 29. Звонок бесплатный для всех регионов России. Также, чтобы оказать помощь участникам проекта «Ты ему нужен», отправьте сообщение со словом «Чудо» на номер 7878. Всю информацию о проекте ищите на сайте www.help-children.net.